Вот кто ты есть в данный момент? Вот скажи мне, друг мой. В данный момент ты есть веселый молодой человек. Вот кто ты есть в данный момент. А теперь посмотри, кем ты являешься, когда начинаешь думать о будущем. Вот кем ты являешься. Когда начинаешь думать о прошлом. Вот кем ты являешься. Я думаю, что это один из способов разрешить этот вопрос. Один, кстати, из главных вопросов философии, психологии, науки, жизни. А именно вопрос данного момента. Что он есть такое? То есть мы все время существуем в прошлом и в будущем. А как быть вот в данном моменте? Вот мне кажется, что это как в Half-Life, знаешь, вот в конце концов, вот как я в эту бочку смог влезть, вот там под открытое небо выходишь, там еще лягушки, по-моему, квакают. Что-то там. Там два мозгопылесоса выскакивает. Но это уже после запуска ракеты. После запуска ракеты. И ты вот. Мне кажется, что это способ. А вот там, видите, какая надпись на фургоне. Я уже ее показывал. Пожалуйста. Вот так вот. Это вот, кстати говоря, к слову о том, где, когда ты можешь встретить просто абсолютно нестандартную, какую-то редкую и при том чертовски актуальную истину. Вот так. Это необъяснимая пробка, навигация не работает. Значит, впереди Москва, а позади моя исследовательская станция. И, в общем-то, я тут слушаю кантри-музыку и думаю даже почитать сейчас, пока стою, но что-то как-то сил маловато. Хорошего вечера, друзья.